Всем привет, с вами я, Гоп и Марк. И пришло время уровней от подписчиков. Сегодня мы пройдем два листа. То есть, Марк, вот тут это два листа. Вот эти два листа. Вот. То есть, я тут уже попроверял. Ребят, напишите, может, это какой-то ютубер другой. Марк Хипл. Погнали. Маркиплир. Так. Блин, чувак, извини. А что ты хочешь? Вид? Ми? Лис? Ладно. Я поставлю себе лайк. Как видите, уже кто-то поставил за меня. Маркипл. Вау, кто-то прям для меня построил такой уровень. Ребят, может я ошибаюсь, может это другому построили, может есть такой ютубер другой. Кто знает. Ладно, извини, я такое не смогу пройти, но лайк поставлю. Там декор очень красивый, но такие долгие уровни я не могу проходить, и сложные тоже не очень. Маркиплир. Так, Маркиплир. Почему у меня называется Маркиплир? Я что, какой-то не такой? Почему вы меня обзываете? Я не понимаю. Бонс. Лувит. Не знаю, что ты имел в виду, но котов я не люблю. Я люблю только собак. Ребят, напишите в комментарии, может это просто не мои уровни, может есть такой ютубер другой. Если да, то напишите мне в комментарии. Так. Марк Лир. Фейк. 3, 2, 1. Почему фейк? Это я, Марки Фли. Ну, Марк. Ребят, реально, напишите в комментарии, вдруг это не мои уровни. Марко Ковс. Чего вы меня так обзываете? Можешь мне просто написать Марк? Вау, чувак, ты босса построил. Я боссов не умею строить. Ну, спасибо, наверное. Так. Стоп, ребят. Надо в него кинуть. Так. Окей. Вау, слушайте, ребят, а круто он построил для меня. Приз. Ты выиграл. Please raise 2 stars. Ну, вы можете на английском писать? 2 stars. Ну, окей, давай 2 stars. Маркиплир. Как видите, очень много вы построили для меня уровней. Может, не для меня. Может, есть такой ютубер Маркиплир. А возможно, есть все-таки мой уровень, хотя бы один. Воу, ну вот это вы, конечно, постарались. Ну, давай, я добрый сегодня. Я попробую пройти это. Давай. Попробую это пройти. В принципе, для меня это не очень-то легко. Но для себя, я не знаю, как ты это проходил. Так сложно. Я как-то делал, прошел. А теперь говорю то, что это самое. Я, ребята, хардеры почему-то изи, нормал. Я прохожу на ура. Хард прохожу. Инсейн прохожу. Демоны прохожу. А вот хардер для меня это просто хэл. Я не знаю, почему, как, зачем, что, почему, зачем, для чего. Давай, я пройду. Я смогу пройти.
Так, еще раз. Блин, ребят, я тут не смогу пройти. Извини. Братан, мультиплеер. Ребят, научите меня строить, пожалуйста, уровни. Я почему-то... Я нажимаю эту кнопку, но у меня оно... Please draw again later. Я не понимаю английский. Я понимаю чуть-чуть английский. Не, ну, чувак, ну, авто ты постарался, конечно, круто. Кстати, красиво, красиво ты сделал. Очень красиво ты сделал. И вот тут уже сейчас будет конец. Я понимаю. Не, ребят, ну дайте мне хотя бы что-то пройти. Маркоковс. Почему Маркоковс? Вы что меня обзываете? Ай! Слушай, а там сложно. Музыку, ребята, я, к сожалению, вашу не буду скачивать. У меня просто на телефоне мало места. А перед роликом я это не сделал. Я, конечно, могу перезаписать. Нет, есть вероятность, что меня YouTube может забанить. Из-за того, что я музыку чужую включил. Поэтому нет, ребята, извините. Не знаю, ли в Geometry Dash это можно сделать. Если можно, то тогда... Ну, если мне YouTube вообще напишет, то что это можно включать музыку. Ну, скачивать музыку, которую Geometry Dash тут. Ну, тогда, ребята, я буду скачивать вашу музыку. Так не надо. Так не надо, ребята. Я никак не могу... пройти этот уровень. Я хочу монетку забрать, но из-за того, что я не беру монетку, у меня ракурс неправильный. Я просто умираю где-то. Просто потому, что неправильный ракурс, когда я беру монетку. Может, это подстава. Хотя, зачем я забираю эти монетки? Они мне ничего не дают. Но ради вас, ребят, я возьму все монетки, которые постараюсь забрать. Если не получится, то не обвиняйте меня. Ну, это, ребята, легко, но и однозначно сложно. А, ребят, новый процент. Ладно, я для тебя попытаюсь это пройти. Так, видео должно быть обязательно затянуто, потому что, ну, потому что будет долго очень, или очень будет быстро этот ролик, потому что, как видите, я, конечно, не очень быстро, но очень много пропускаю. Сколько времени мало прошло, а сколько я уровней пропустил. Так. Так. Вижу, вы, ребята, постарались. Мне столько же вы стараетесь. Для меня сложно. Если вы поставите демо, то тогда да, я пойму, что это очень сложно. Так, я же захожу и не могу пройти это. Чуть-чуть оставалось. Ладно. Я смогу это сделать. Не переживайте, ребят. Не переживайте. Блин. Да ё-моё, ребят, как вы сложно для меня построили? Я понимаю, у вас всего 15. Понимаю, у вас 15 всего. Ну почему так сложно? И, кстати, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Я ставлю
запись в начале ролика. Ну, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вообще, колокольчик, он предупреждает, что новое видео на моем канале. А вообще, подписка, она дает вам не забыть про меня. И дает вам, то есть, смотрите, вам всего одну секунду уделить на меня. Подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. Да? Вот. Нажать на колокольчик. Ну, то есть, вы, вот смотрите, как вам делают добро, то есть, когда вы нажмете на кнопку подписаться, мне напишите комментарий, поставите колокольчик и нажмете лайк, вы, получается, делаете мне добро. А потом, как по логике, добро должно перевернуться и прийти к вам обратно. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал. У меня всего 15 подписчиков. Я просил вам вроде бы кого-то обогнать. Там Coca-Cola BG. Точно вспомнил. Coca-Cola BG. Кто не знает, по ссылке в описании. Ну, не по ссылке в описании, просто пишите Coca-Cola BG. Она снимает крутые ролики, но, пожалуйста, давайте обогнем ее. Не помню, сколько у него там уже. О, кстати, он сделал маркипот. Что за маркипот? Ладно. Так. Блин, ребята, как мне это пройти? Я не понимаю. Там, как этот момент? Как этот момент пройти? Слушай, чувак, ты, по-моему, что-то попутал. Ты, по-моему, перепутал. А нет, ты не перепутал. Нет, там нельзя нажимать. Зачем я нажал? Вау, что-то там было отлично. Ладно. Последнее. Марко Ковс. Почему вы меня называете? Том Марко Плеуэр. Не знаю, как там, не забыл. То вы меня называете Марко Ковс. Воу, 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 она же меня сейчас сожрет. Чудовище меня сейчас сожрет. Окей. Мне показывать не надо, как проходить, я сам разберусь. О, самая бесячая. Но самая легкая. Ай, блин. Марко Ковс. Вы чё, угораете надо мной? Или это реально другой какой-то ютубер? Вы чё, реально угораете? Ребят, чё я вам такого сделаю? Чё вы меня обзываете? Так, тот уровень, ребята, я прошёл. Марко Ковс Лагану. Марко Ковс Лагану. Окей. Просто уровень шипами, все. Или копипаста. Нет, не копипаста. Но вначале была копипаста. Копипаста. Марко Акоко Сарно. Газаизи. Ну окей. Поставлю я тебе изи. Маркиплир. Так, ребят, чуть осталось. Маркиплир. Что за губы? Ты, боже, что ты сделал? Ты сломал игру. Чувак, ты реально сломал игру. Эррор. Я ей говорю. Воу. Страшилки. Так. Следующий уровень Марко Ковс. Чё вы меня обзываете, скажите мне? Окей, тоже авто.
Или не авто. Ладно. Прости, чувак, сколько там осталось? Ну, чуть-чуть осталось. Сколько уже ролик? 15 минут, ребят. Мы затянулись. Марго Ковс в ЖБСБ. Ты просто хотел попасть в мой ролик? Серьезно? Воу. И, ребят, если я неправильно делал, если это не мои уровни, то тогда напишите мне в комментарии, может, я чего-то не знаю. Так. Тут у нас... Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вау! Слушай, ну, чувак, ну ты круто построил! Переходим к следующему. Последнему. Нет, это еще не предпоследний. Скоро уже будет предпоследний. Марки Плеер. Руэс. Марки Плеер. А, блин. Там ловушки я не увидели. Ловушка, ребята, там ловушка. Ловушка. Я уже предусмотрел. Предусмотрел. Что думал, то, что я реально прыгну? Что думал, что я реально прыгну? Каким-то образом. Так, ладно, все, дальше уже ничего не идет. Марко Ковс. Предпоследний уровень. Окей, это уровень. Геймплей. Можно сказать так. Для меня сделали геймплей. Не, ну я постараюсь пройти его. Если он легкий, ну, как видно, он не очень-то и легкий. О, я думал, там уже будет что-то. Флаппи Бёрдс. Что? Отсылка на Флаппи Бёрдс. Он сделал отсылку на Флаппи Бёрдс для видео. Воу, уже посложнее. Слушай, все сложнее, сложнее, сложнее. Так. Давай. Давай. Смогу. Наконец-то. Ты долго этого ждал, чтобы где-то была... Ладно. А, нет, это еще был не предпоследний. Вот теперь, ребята, предпоследний уровень для меня. Что, опять авто? Не, ребят, я авто не прохожу. Если там дальше будет не авто, то да. Да. Нет, это авто. Все, пока. Последний уровень на сегодня. Марко Ковс авто. В смысле авто. Не, ну в принципе можно. Ребят, смотрите, как я прохожу. Ну, как настоящий про. Я, ребята, потренировался. Видите, монетку смогу забрать. Видите. Акуниджи, окей. Так. Аккуратно. Видите, ребята, я прошел. Ладно, ребята, я не проходил. Вы и так все видели. Ну, с вами был я, Гупай Марк. Всем удачи. Всем пока-пока. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Ну, с вами был я, Гупай Марк. Всем удачи. Всем пока. Сколько я уже сказал? Всем пока.